Шок – это по-нашему. Из-за прошедшего циклона в одной из многоэтажек текут стены, а двери бьются током. 50 оттенков вкусного. Участники Амурэкспо-форума удивили благовещенцев количеством съестного. Продлили жизнь. Воспитанники студии «Этюд» рассмешили жюри на экзамене по актерскому мастерству. Об этих и других новостях в ближайшие полчаса в эфире «Город». Здравствуйте. Жители пятиэтажки по адресу Политехническая, 19/1, превратились в заложников в собственном доме. Если для одних основной проблемой стало отсутствие возможности свободно входить и выходить из здания, то другие понесли ощутимый материальный ущерб. В одной из квартир и вовсе не обошлось без жертв. Почему жильцы винят в ситуации строителей, а строителей прошедший дождь, расскажем прямо сейчас. Мы не можем попасть в квартиры, потому что все двери бьются током. Даже двери, когда соприкасаются, получается короткое замыкание. Как нам обесточить дом? И чем быстрее, тем лучше, пока никого не убило. Пока никого не убило, местная жительница Виктория Мяснова звонит в ЕДДС и тут же показывает нашей съемочной группе последствия замыкания электропроводки. Говорит, коротило так, что ручки на дверях обгорели. А все из-за осадков, которые просочились через разобранную крышу. Подготовительные работы на 3-м и 4-м подъездами провели подрядчики фонда капремонта. Собирались капиталить кровлю, но планы нарушил дождь. Он же вызвал замыкание, из-за которого электрику пришлось обесточить половину дома. Виктория Мяснова в своей квартире отключила свет сама, когда вода начала литься из розеток и люстры. Из-за того, что аквариум был выключен, погибли рыбки. Да и свежий ремонт оказался напрасным. Пострадала достаточно сильно, потому что вода идет грязная, так как эта крыша, она еще пока не очищенная была, утеплитель. А вода идет темного цвета, темной заварки. Потолки пока воду держат, сколько будут держать, пока не знаю, но вода пошла уже по периметру. За пару дней влага просочилась до 4-го этажа. Чтобы оценить ущерб, хозяйка квартиры вызвала мастера управляйки. Вчера здесь текло, вот поэтому, ну, вот отсюда текло. Вот. Ну, оно и сейчас немножко подкапывает. Я сейчас сделал осмотр, я сейчас составляю акт, описываю, что пострадало, обои, там, мебель, и в каком все это состоянии, и предоставляю жильцу. Такие документы уже составили владельцы 8 квартир, и остальным пострадавшим советуют. Акты ждут в фонде капитального ремонта. Там подсчитали, что из-за циклона в Благовещенске пострадали жильцы 8 многоэтажек, где уже начали капиталить крыши. Теперь строителям придется ремонтировать еще и квартиры. Ситуации такие бывают, соответственно, да, то есть подрядные организации не всегда успевают временно, ну, вовремя отреагировать на изменения погоды, но в любом случае вся процедура отработана и весь ущерб был возмещен собственником в полном объеме. За ходом работ будут следить специалисты фонда. Если ремонт в пострадавшей квартире не начнут в срок, хозяевам предлагают обратиться по номеру, что указан на экране. Кристина Слепцова, Денис Лугов, Сергей Захарушкин. Программа «Город». 4 человека пострадали в жестком ДТП. На пересечении улиц Октябрьская и Богдана Хмельницкого столкнулись 2 «Тойоты», несмотря на то, что перекресток регулируется светофором. Сильный удар пришелся на переднюю часть кроссовера, в результате чего автомобиль лишился бампера. У микрогрузовика повреждена левая часть со стороны передней двери. На место пришлось выезжать медикам. Они оказали помощь пассажирам обоих авто, в числе которых был и 7-летний ребенок. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют полицейские. Благовещенец Вадим Акимов, которого родственники и полицейские искали 6 дней, нашелся. Он вышел на связь после многочисленных публикаций о его розыске. Напомним, 41-летний мужчина 16 мая был на дне рождения у друзей. Вернувшись домой, сообщил, что добрался, а на следующий день не вышел на связь. Выждав некоторое время, родственники обратились в полицию. Найти Вадима помогли СМИ. Он жив и здоров. Продолжаем. 150 мешков мусора за 2 часа собрали горожане возле реки Чигиринка в 800-м квартале. Там прошел традиционный субботник. Очищают территорию здесь уже 4-й год подряд. В основном на помощь приходят жители района Тайвань, учащиеся медицинского колледжа, 15-й школы, члены ОСАВ и местный депутат Денис Салтыков. Мусора с каждым разом становится меньше, но все же находятся те, кто территорию захламляет. Вот чтобы вот на глазах это было, то я не видела. А если бы увидела, обязательно бы остановилась. А вот, ну, умудряются, вот, видимо, все-таки взрослый человек, конечно, не выбросит бутылку или пакет какой-то. Но это молодежь, плохо воспитываем.
Территорию для уборки в этом году выбрали не случайно. Здесь раскинется сквер. Эта территория в районе улиц 50-летия Октября и Зеленой по итогам народного голосования заняла второе место в конкурсе благоустройства. Работы должны начаться в ближайшее время. Шаманский обряд на успех и удачу провели на открытии Амурэкспофорума 2019. Его организовали специально для участников выставки. Последние по традиции представили не только продовольственную продукцию, технику, медицинские услуги, а городская администрация – карту трансграничной агломерации Благовещенск-Хэйхэ. Подробности в нашем материале. Амурэкспофорум 2019 объявляется открытым. По традиции нажатие красной кнопки, по ней же экскурсия по экспоместам. На одном из них мэру Благовещенска и представителям из Хэйхэ презентовали жемчужину Амура – соевое масло. Попробовать его в чистом виде отважится не каждый, а вот блинчики на нем, отметили первые лица, изумительные. Мне важно, что наши благовещенские предприниматели принимают в этой выставке активное участие, что очень много продукции, которая производится на территории города и которую рекомендуют для использования наши предприниматели. Поэтому действительно хорошая площадка для того, чтобы устанавливать новые партнерские отношения и заключать новые контракты. А вот для простых посетителей выставки важно попробовать то, что предлагают предприниматели. Особый ажиотаж, как и прежде, у прилавков с колбасой, мясом и рыбкой. Участники не успевали пополнять тарелки. На пробу выставили 50 видов колбас. Они улетали с прилавков тут же. К слову, раньше компания предлагала к продаже только свежемороженую продукцию. Мясная появилась не так давно. Буквально 2 года назад, даже еще 2 лет нет. То есть продукция исключительно амурского производителя? Да, и она натуральная. То есть если вы посмотрите по составу, то там натуральные продукты, натуральные специи и ничего лишнего. Ничего лишнего и в китайском чае. За ним Мария Цирлина приехала специально из Владивостока. За 400 граммов молочного и обычного зеленого выложила 2500 рублей. Они там не дали что-то там даже на язычок попробовать, поэтому посмотрим. Я не думаю, что разочаруюсь, потому что слушала друзей из Благовещенска. Говорят, что вот именно вот эти производители, продавцы продают чай очень хороший. На самом деле цена могла бы быть и поменьше, потому что когда приезжаешь в Китай, ты берешь вообще там за бесценок. Но мы же не в Китае, мы же у нас здесь, тут понятно, что немножко другая цена. Ознакомиться с ценами и экспонатами выставки форума горожане не только смогут до 26 мая. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город». В рамках Амурэкспофорума власти Благовещенска и Хэйхэ подписали меморандум. Он стал отправной точкой для развития трансграничной агломерации. Она считается крупнейшей в России и насчитывает порядка 500 000 человек. Для чего нам это все нужно? Конечно, чтобы развивать экономику. Будет развиваться экономика, будут развиваться различные отрасли экономики, будет повышаться реальные доходы населения, будут создаваться рабочие места. Конечно же, создание новых инфраструктурных объектов повысит комфортность проживания в городской среде. Цель проекта – создать крупнейший транспортно-логистический и экономический центр на российско-китайской границе. В агломерацию войдут города Благовещенск, Хэйхэ, а также села Благовещенского района – Каникурган, Чигири и Верхнеблаговещенское. Кроме того, на обоих берегах Амура, рядом с автомобильным мостом через него, планируют создать транспортно-логистические комплексы. Более 300 благовещенских студентов с вузов и вузов проведут предстоящие каникулы за работой. Торжественное открытие летнего семестра состоялось на главной площади амурской столицы, где в линейку выстроились 22 студенческих отряда. В рамках мероприятия прошли смотр, проходка с флагами, исполнение творческих номеров и награждение победителей студенческой спартакиады. После чего участникам вручили путевки в трудовые лагеря и на различные площадки области и Дальнего Востока. Среди них космодром «Восточный», Амурский газоперерабатывающий завод, летние оздоровительные лагеря, сельские больницы и другие. Напутственные слова студотрядовцам сказала мэр Валентина Калита. В труде проверяются личностные качества и зарождаются новые отношения, даже романтические. Поэтому я считаю, что это прекрасное время молодых людей. И я абсолютно уверена, что они приедут наполненные новыми впечатлениями, имея новое знакомство и укрепляя старую дружбу. И к другим темам. Международный день химика отметят в России 26 мая. Каждый год он проводится под символом одного из элементов таблицы Менделеева. В этом году празднику присвоили 54-й. Это йод. Кого из благовещенцев можно будет поздравить в этот день и чем особенна их профессия, расскажет наш корреспондент.
Превращения в колби выглядят завораживающе. Это одна из причин, почему Анна Таскаева выбрала профессию химика. Уже 2 года девушка трудится в испытательном центре АКС на благо всего города. Определяет содержание жиров и нефтепродуктов в природных, сточных и очищенных сточных водах. Чтобы не загрязнять нашу экологию, не загрязнять наши реки, мы должны контролировать эти показатели. Этим я и занимаюсь каждый день. Высшая степень окисления азота? +5. Точный ответ на вопрос знает весь класс. Все благодаря особой методике преподавания. Ее педагог Инна Кучумова выработала за 30 лет работы в школе. Любовь к химии ей привила еще ее учительница. Теперь накопленным опытом она делится с подрастающим поколением. И менять любимую профессию, несмотря ни на что, не собирается. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. И как бы мы ни жаловались, как бы мы ни возмущались, наверное, это очень здорово все равно работать в школе. Мне нравится. Поэтому я здесь. Ну-ка, тормози! Тормози! Юрист, аниматор и учитель химии в одном лице. Владислав Капланян удивляет детей Благовещенска яркими опытами уже несколько лет. Студент МГУ, как настоящий супергерой, никогда не снимает маску при маленьких зрителях. Своими шоу доказывает, наука может быть еще и интересной. Мы показывали, как делать зубную пасту для слона. Делали взрыв из настоящих химических реагентов, то есть таких как щелочь. Использовали дрожжи. Ну, в основном щелочь, да, там все, что вот дымилось, щелочь, порох, что-то еще. Работа разная, призвание одно. Каждый день аниматор, учитель и лаборант показывают, насколько химия полезная наука. Чистая вода, знания и радость для горожан – вот результат их работы. Кристина Слепцова, Данил Волков, Сергей Захарушкин. Программа «Город». Как в настоящем киношном вузе. Воспитанники театральной студии «Этюд» сдали экзамен по актерскому мастерству. А кто-то и вовсе представил на суд жюри собственную режиссерскую постановку. Одному из экзаменуемых это было нужно для поступления в театральный университет. По какому принципу он подбирал актеров для своего спектакля, выясняла Анжелика Павлова. Я лягушка мужского рода. Председатель жюри от смеха живот чуть не надорвал. Выпускник театральной студии «Шамшот Исматов» чуть все пальцы не сгрыз. «Я считаю, до 5» его первая режиссерская работа. Специально ради него экзамен по актерскому мастерству перенесли с июня на май. «Шамшот» в конце этого месяца улетает в Ташкент поступать в театральный вуз на режиссера. К сожалению, мы пока не выдаем никаких сертификатов, ни дипломов, у нас нет аккредитации. Но те знания, которые ребята получают, это в первую очередь важно для них. Потому что когда... У тебя есть стимул, ты знаешь, что меня будут оценивать, меня будут проверять, значит, я буду готовиться лучше. Им всегда приятно, когда вот они занимают первое, второе, третье место, потом с гордостью рассказывают остальным, и у них такой элемент соревновательности. А еще прекрасная возможность побороть страх. Данила Тезиков скромен в жизни, да и на сцене немного зажат, не смотрит в зал. Видно, стесняется, но великолепно исполняет свою немногословную роль лягушки. К слову, именно по принципу схожести с героями «Шамшот» подбирал актеров. Они по жизни такие ребята, я вот смотрел вот несколько месяцев перед тем, как ставить его, подбирал актеров, вот думаю, вот это окончательный вариант, все. Я на самом деле очень доволен результатом, ребята огромные молодцы. То, что ребята молодцы, отметила и жюри, всего оно оценило 3 постановки, недочеты, конечно, нашли. Есть у ребят речь, да, там, они торопятся, они проглатывают буковки, да, не все, но есть такое, да. По внешнему виду можно было поработать. То есть не обязательно костюмы, как, допустим, у Белочки прям там от головы до ног. Ну, допустим, вот из элементов крот, очень интересный образ, волк. Это ж, ну, все из подбора, кроме маски, да? Ну и надо было доработать и остальных. На доработку и исправление замечаний у юных актеров еще есть время. Следующие экзамены они будут сдавать через год. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город». Узнать, как можно сделать селфи со склерозом, вспомнить, где Аннушка развела масло и посетить Кубок отцов смогут благовещенцы. Как провести выходные с пользой для души и тела, расскажем прямо сейчас. В субботу любителей пожечь резину ждут на картодроме. В 11 утра там стартует первый этап серии кольцевых гонок «Тайм-атак». Жимштанги лежа начнут выполнять в 13:30. Мужчины, женщины, юноши и девушки вступят в борьбу за Кубок Преамурья по пауэрлифтингу. В 6 вечера в Театре драмы сыграют премьеру с интригующим названием «Селфи со склерозом». Часом позже любители мистических рассказов Булгакова приглашают в ОКЦ на «Мастера и Маргариту».
В воскресенье в 10 утра демонстрировать свою силу будут тяжелоатлеты. Первенство города среди молодежи пройдет в Олимпе. Ровно в полдень всех ждут в тире на площади Ленина. Там пройдут состязания любителей стрельбы из спортивной винтовки старше 6 лет. Насладиться народным вокалом зовут в ОДНТ. В 4 часа там начнется концерт «Лечу над Россией». Скучать на выходных не придется и телезрителям канала «Город-24». О самых интересных событиях недели 2 дня будем рассказывать в итоговой программе. Как коммунальные службы спасали Благовещенск от сильнейшего ливня за последние 84 года? Почему амурчан штрафуют за рыбалку? Какие образы примерили на себя школьники ради последнего звонка? Ответы в материалах наших корреспондентов. А подробностями предстоящих торжеств по случаю Дня города поделится гость традиционной рубрики «Вопрос недели». Достаточно интересная и насыщенная программа. Вся она проходит, культурная программа, под слоганом «Привет из Благовещенска». И есть некие такие задумки, связанные с использованием и интернет-пространства, и сети Инстаграм. Субботний выпуск «Город. События. Люди» смотрите на канале «Город-24» в 18:20. В воскресенье его повторят в 10:20 утра и после 8 вечера. На этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, присылать свои истории, фото и видео вы можете на наш WhatsApp. Они могут стать новостями в программе «Город». Всего вам доброго и до встречи.